Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами поговорим о Сибири, о ее миссии в современном мире, о будущем, потому что действительно Сибирь заслуживает от того, чтобы о ней говорить много, серьезно, время к этому располагает. Действительно, если вы посмотрите на карту, то Сибирь – это огромная территория, которая занимает огромное пространство так называемой Северной или Внутренней Евразии. Это та цивилизация, которой мы вам принадлежим, она лежит между Западом и Востоком. И Сибирь как раз нас связывает с такими крупными государствами, как Китай, со Средней Азией. Вот как раз Сибирь и действительно всегда являлась предметом осмысления нашей интеллигенции, начиная с Ломоносова. Всегда вот с этой огромной территорией связывались большие надежды. Да, Михаил Васильевич Ломоносов, фразу все знают, что могущество России Сибирью прирастать будет. Правда, не все помнят, как эта фраза заканчивается, а также с Северным морским путем, пока не дойдет до колоний европейских в Азии и в Америке. И действительно, Россия уложила свои естественные границы, встретившись с европейцами в Северной Америке, с англичанами и с англичанами, с французами в Китае. Кстати говоря, последняя экспедиция торговая была организована из Сибири в центр Китая в 20-е годы прошлого века, и стало понятно, что торговать с Китаем надо на границе, это наиболее выгодная ситуация. Очень много о Сибири начали говорить в XIX веке. Например, Николай Михайлович Ядрицев прямо сказал, что Сибирь – это ключевая точка между Европой и Азией, и у ней большое будущее, потому что она связует две огромных части евразийского континента. Был такой очень интересный мыслитель, евразиец, кстати говоря, Савицкий, который говорил, что мы можем констатировать удивительный закон. Центр человеческой цивилизации смещается из районов более южных в более северные, из районов более теплых в более холодные. Ну, там Египет, Греция, Южная Европа. А вот в XIX веке центр цивилизации сместится в Северную Америку и в Россию. Ну, а в XX веке, скорее всего, в восточную часть России, то есть в Сибирь. Ну, пророчество пока не сбылось. Северная Америка, да, действительно стала мощнейшим центром цивилизации. А вот Россия с Сибирью, она как бы находится на взлете. Ну и последнее пророчество, оно принадлежит даже не пророчеству, это научное предвидение, оно принадлежит Владимиру Ивановичу Вернадскому, сказано в 1918 году на Государственном совете в годы Первой мировой войны, когда уже революция разразилась. Вернадский говорит как раз о Сибири и о Востоке. И в его докладе есть одна очень знаменательная фраза. «По мере естественного развития производительных сил центр России будет смещаться все дальше и дальше на восток. Должно быть в юго-западную часть Сибири, таящую в себе едва затронутые изъждительные силы. Об этом всегда должна будет помнить ответственная государственная власть». Вот, к сожалению, пока все эти пророчества не сбылись, мы можем констатировать, что Сибирь, скорее всегда, являлась, хоть это и жесткое суждение, но надо прямо сказать, она являлась колонией европейской России. В каком смысле колонией? Это значит, что ее ресурсы используются не для ее собственного развития, а для развития других территорий. И действительно, например, сегодня Сибирь дает свыше 50% бюджета Российской Федерации. По многим полезным ископаемым свыше 90%. При этом уровень жизни сибиряков гораздо ниже, чем уровень жизни в европейской России. Многие районы у нас не газифицированы. Но и самая неприятная тенденция – это то, что начался отток населения России с востока на запад. Это, кстати говоря, вообще один из критериев того, что Россия не развивается поступательно. Вот когда народ движется с запада на восток, это первый критерий того, что наша страна развивается поступательно. Когда тенденция приобретает противоположный характер, это очень печаль. Возникает вопрос, а есть ли все-таки вот какие-то перспективы у Сибири, да, особенно в современных условиях? И вот тут надо быть оптимистом. Мы имеем все основания сказать, что нынешняя цивилизация, в которой мы живем, и украинский кризис, просто лакмусовая бумажка, пребывает в глубочайшем кризисе. Это кризис так называемой техногенно-потребительской цивилизации, или что там греха таить, цивилизации буржуазной, где в центре внимания прибыль, эксплуатация, где экономика и финансы стоят впереди человека и его развития, и впереди культуры. То есть, вообще говоря, телега стоит впереди лошади. Это цивилизация, где действительно огромный разрыв в уровне жизни между богатыми и бедными странами. И еще один очень важный критерий тупиковости этой цивилизации. Посмотрите, те регионы Земли,
которые обеспечивают воспроизводство жизни и производство наиболее важных продуктов, это горные регионы, сельские территории, кстати говоря, территории лесные, которые занимают огромную площадь Сибири. Это самые депрессивные регионы в этой цивилизации. А те районы, которые производят наибольшее количество отходов, порождают революции и кризис, это мегаполисы, вот они пребывают в наиболее перспективных условиях. И мы можем сказать, что вот действительно кризис этой цивилизации выдвигает на первый план такие регионы, как наша Сибирь. Более того, можно сказать, что Сибирь – это такой вот центр становления каких-то новых цивилизационных отношений. Вот техногенно-потребительских, по-разному эту новую цивилизацию, нарождающуюся, называют духовно-экологическая, ноосферная цивилизация. В чем ее суть? Суть ее в том, что финансы, экономика и кредит должны быть средством чего? Всестороннего развития человека, его культуры, сохранение ареалов девственной природы и вообще развитие того, что сегодня называется зеленой экономикой. Вот оказывается, Сибирь обладает всей полнотой потенциальных условий, чтобы стать вот очагом становления этих новых отношений. Ну, там я не буду долго распространяться на эту тему, но посмотрите, пространственный ресурс. Да? Вот сегодня изменяется климат, многие территории подтапливаются. Сибирь – это территория, где можно разместить огромное количество людей. Я, кстати, не исключаю, что будет огромная миграция из Европы к нам в Сибирь. И мы ведь всех примем, мы всех расселим, и обогреем, и работу дадим. У нас такая возможность есть. Сибирь – это, конечно, неисчерпаемая кладовая возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, особенно вода. Вода – это вообще стратегический ресурс, и Сибирь обладает этим ресурсом в полной мере. Более того, об этом мало говорят, Сибирь – это колоссальный культурный потенциал и потенциал миротворчества. На территории Сибири народы, которые в двух мировых войнах воевали, примирялись. Даже у нас на территории Алтайского края были там и японцы, и австрийцы. Они узнавали вообще русских. Многие даже в брак вступали, особенно австрийцы. В Омской области огромное количество, оказывается, австрияков вступило в брак и дало начало новым родам. То есть здесь народы мирились, здесь есть опыт культурного взаимодействия у нас на том же Алтае. Там четыре мировых религии сошлись и более-менее мирно сосуществовали. Это колоссальный потенциал. Ну и, наконец, конечно, потенциал для производства. Посмотрите, сейчас все чем дальше, тем больше начинает цениться органическое продовольствие. У нас пока еще элитные черноземы. Слава тебе, Господи, по сравнению с Европой. Они там два тысячелетия, эти черноземы, эксплуатируются. У нас всего два века, хотя тут тоже есть свои проблемы. Поэтому у нас есть полный потенциал, чтобы действительно вот такой рывок совершить. Много, кстати, об этом говорят. Даже программы есть развития Сибири. Я несколько знаю программ. Наступает время, что эти программы должны начать реализовываться, особенно в условиях, посмотрите, украинского кризиса, когда у нас западная граница превратилась в так называемый пылающий фронтир. Более того, территория военная фактически доходит до Москвы. Что должна Россия делать в этих условиях? Конечно, центр своей политической и хозяйственной жизни переносить на восток, может быть, столицу или одну из столиц, об этом много говорят, надо об этом думать. Поэтому у Сибири в этих условиях появляются возможности. Я думаю, что ответственная власть должна будет сделать выводы, ну и должны сделать вывод мы, никто нам на блюдечке с головой коремочки светлое будущее не принесет, но нужно тщательно продумать стратегию своего собственного развития, как удержать молодежь, новые рабочие места сохранять, как развивать сибирскую науку, образование. Здесь куча проблем, но пришла пора эти проблемы решать. От этого зависит судьба не только Алтайского края Сибири, но, честно говоря, и всей России. Еще более усилю тезис и на этом закончу свое выступление. В каком-то смысле здесь, на территории Сибири, решается судьба и человеческой цивилизации. Если мы будем в это верить, значит, мы эти проблемы решим. Если будем в пессимизме ни во что не верить, ну, известно, первые умирают пессимисты, которые ни во что не верят. Выживают и дают возможность и самим развиваться и развиваться территориям, это, конечно, оптимисты. Так что на этой оптимистической ноте я хочу свою лекцию закончить.